солнечной Самаре погонять по полю мяч любят как взрослые, так и дети. Такая игра, как футбол, не может не привлечь внимание большой дружной компании, утверждают участники традиционного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Вообще футбол – это командная игра, где зависит не от одного человека, а от команды. И мне нравится своя позиция, и мне нравится, в общем, мой коллектив, моя команда. Областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в этом году проходит в 15-й раз. Спортивные соревнования проводятся в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Самарской области на 2023 год. Ежегодно в этом турнире принимают участие свыше 30 тысяч человек. По словам специалистов, именно на таких соревнованиях у ребят есть возможность показать свои навыки. Как раз вот в таких соревнованиях и возникают те звездочки, на которые потом обращают внимание. Сергей Васильевич сказал, что ждем наиболее таких одаренных ребят у нас в академии для того, чтобы постараться развить их. Спортивному развитию молодежи в Самарской губернии уделяется особое внимание. Спорт не только способ проведения досуга. Он помогает укрепить здоровье и развить самые позитивные личностные качества – дисциплину, целеустремленность и упорство. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, как в центре областной столицы, так и за ее пределами, с каждым годом появляется все больше специализированных спортивных пространств, в том числе и футбольных площадок. Так, открытие турнира «Лето с футбольным мячом» прошло на обновленном по нацпроекту «Демография» стадионе «Орбита». Конечно, большой шаг мы сделали, и в преддверии чемпионата мира у нас появились современнейшие спортивные площадки, на которых и тренировались перед матчами сборные ведущих футбольных держав мира. А сегодня на этих футбольных площадках тренируются наши там юные спортсмены, юные футболисты. А вот только за последние 3 года было создано более 50 универсальных футбольных площадок по всей области. Турнир «Лето с футбольным мячом» проводится в 3 этапа – на футбольных площадках во дворах и стадионах Самарской области. Первый этап будет длиться до 11 июля в городских округах и муниципальных районах Самарской области. Второй этап начнется с 12 июля и завершится 15 августа. Финальные соревнования пройдут с 16 по 31 августа. Место проведения финальных игр будет определено после окончания второго этапа турнира. Александра Гусева, Петр Паламеев. События.